Женя уже выучила вся Европа, и сегодня все ждут, когда же наша группа Na'Vi Band споет и танцует в финале. Почему некоторые сомневались в том, что композиция на белорусском языке может попасть в финал, давние фанаты Евровидения недоумевают до сих пор. Na'Vi Band здесь полюбили с самого первого. И сегодня артистов точно поддержат. Это чувствуется даже по настроению в пресс-центре. К мнению этих журналистов прислушиваются, потому что чаще всего это люди, которые следят за Евровидением ежегодно и знают, как меняются музыкальные вкусы Европы. Очень хорошие, мне правда нравится. Они такие дружелюбные, хорошо запоминаются песни, и вместе с ними хочется танцевать. Это круто. Их выступление отличается от выступлений очень многих других артистов. Белорусы, венгры и армяне, ну, это на мотивы пустили свои композиции, поэтому их песни можно отдельно поставить. Na'Vi Band уже попали в список 26 лучших. Сюда мечтают попасть десятки тысяч артистов со всего мира. И ваши ребята стали одними из тех, кто уже достучался до сердец зрителей. Своими победителями Ксению Жук и Артема Лукьяненко уже называет вся Беларусь. Сегодня национальным мотивом будут подпевать около 100 миллионов человек. Такова телевизионная аудитория конкурса. И неважно, какой номер участника отправят в СМС. То, что сделали Na'Vi Band, для нас уже большая гордость и национальная победа. Шерох потей нас покидает, в сердце ты моем, идем далее. Это волшебная пара. Супер. Наверное, лучшие ребята, которых я когда-либо видела на Евровидении от Беларуси. Светлые очень, искренние. Мне очень нравится. Беларусь так достойно представлена в этом году, как никогда. Итак, за полетом белорусских артистов в финале Евровидения будем следить уже совсем скоро. Na'Vi Band выйдут на сцену под номером 3. Буквально через 15 минут в зал начнут приглашать зрителей финала Евровидения. Сейчас идут последние проверки телемостов для объявления результатов. 26 стран, включая Беларусь, будут следить за трансляцией с особенным трепетом и ждать для своих участников как можно больше оценок в 12 баллов. Ну а мы рекомендуем посмотреть шоу. Здесь будет что обсудить. И, конечно, продолжаем верить, что сегодня история моего життя пополнит список своих побед. Анна Волковец, Дмитрий Буй, наши новости ОНТ, Киев.